Не отправил наш друг, правда? Решил стать другом. Рассветник. Отец был против. Отец у меня разведчик конкретно. А отец кто был? Военный тоже. Не-не-не, ну а в каком роде войска? Разведчик. Заканчивал он Саратовское танковое. Ну и что? Вот. Это было сразу после войны. Посмотри, он с профиля. Почему я в Германии родился? Кому допересылать будешь моего мужа? Ситуация была такая, что молодой... Ты на награды, на награды. Женатых в Германию, Польшу, не посылали. Запутались. И только в 55-м году да, разрешили жениться и брать сеть. Ты думал, когда я так зарабатывал? Да не погоди. На сайте снимают. Управляющих медалей. Управляющих медалей. Нет, и в 55-м году отец приехал туда, в деревню. Он завидует, дай ему одеть китель. В 56-м я родился. Ну, лучше мне, то мне плохо. Около года у меня уже вышел срок замены. Так маленько выглядит. И когда мне было 6 месяцев, на лоб шпадой. Вот переводят в Белоруссию, каждый год менял гарнизоны. Нет. Гродно. Борисов, Лида, Игорь, ну тебя фотографируют, убери фураж. В 60-м году начинают набирать специалистов со всех родов войск. Кого там только не было. А когда набирали, если у тебя не вышел срок службы, ты должен доносить ее. Потом тебя выдадут уже пехотную ракету. Поэтому и моряки там были. И авиаторы, и танкисты, и артисты. Одень Франьку. Формировали. Одень Франьку. Там... Ну, короче, я в 10 классе решаю поступать в военно-морское училище ради литургии имени Попова в Петродворце под Питером. Молодец. А так как с математикой у меня было слабовато в школе, и стал замполитом. За полицем пока. Я туда приезжаю. А ты не рассказал, он приехал за первой любовью. Не, ну это параллельно. Ну да. Не параллельно. Это параллельно. Это параллельно. Потому что я первый экзамен. Ну что, на первую сдаю на четверку. А второй на пол. Нет, нет. Потом встречаю, он уже год проучился в этом училище, мы вместе занимались советской легкой атлетикой. Классно, Сергей Миша. Он говорит, что сюда приехал? Я говорю, что такое? Ставил. В этом году выпуск 95% Северный атомный подводный флот. Я так прикинул, блин, всю жизнь, блин, на подводной лодке. Мне как-то это... Почему всю жизнь? На подводной лодке больше 2 лет не живу. Да. Но это же все равно вся жизнь. Сяду за 2 года. Сначала мы сдавали типа алгебру там и так далее, а второй экзамен был геометрия. Ты понимаешь, если попал.